Вот это все раны. Живого места нет. Не факт, что он еще и выживет, у него инфекции кругом. Представляешь, собаки, они же после собак вообще ничего не заживает. Вся голова разодрана, разрезана просто. Не бойся, малыш, не бойся. А он, по-моему, уже не реагирует. Потому что ей все хуже и хуже. Это беда, все. Самые большие раны на той стороне. Он на них лежит. А его перевернуть, может, нет? Ну, он сам сейчас перевернулся. Пока ветеринар не приедет, не хочу его еще дергать. Тем более, как раз открыл вторую сторону для стрелки. Врач едет, сейчас подъедет уже. С нитками.